Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, аккорд песни всего один. Это будет GM. Мы ставим каподастер на пятом ладу. И шестую струну мы дропаем. То есть у нас четвертая и шестая струна звучат в октаву. Вот сейчас с каподастром звучит нота соль. Если подстраивать, то вот каподастер мы поставили на пятом ладу, то пятая открытая, и на шестой струне двенадцатый лад должны звучать одинаково. Ну, соответственно, вот квинт, то есть, ну, обычный дроп. Итак. Давайте разберем. Ставим на третьей струне восьмой лад и сразу же и седьмой. Седьмой и восьмой лад на третьей струне зажимаем. Так, сначала вот у нас восьмой лад стоит. Дергаем на третьей струне восьмой лад. Теперь отпускаем восьмой лад. У нас седьмой будет зажат вот на третьей. Тут мы играем шестую, четвертую и третью вместе. То есть получается вот так. Теперь на первой струне играем одиннадцатый лад. Вот все вместе вот так выходит. Теперь на первой струне зажимаем десятый лад. И играем вниз. Темпо, ну, просто проводим вниз. Но вторая струна у нас не звучит. Вот она заглушена. То есть звучат все, кроме второй. Получается вот так. Теперь на второй струне играем одиннадцатый лад. На второй струне зажимаем десятый лад. И также проводим вниз. Только у нас теперь первая струна не звучит. То есть получается вот так. Давайте еще раз. Вот мы сыграли второй раз вниз. На второй струне, вернее, десятый лад вниз один раз провели, и потом еще раз проводим вниз. Вот давайте еще раз с самого начала. И еще раз вниз. И начинаем заново. Вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока!